Ты не в постели. А? Вот чудо. Я должен поговорить с тобой. Со мной? А о чем это? Ну, давай переговорим. А может быть, лучше спать, а? Татьяна Евгеньевна Самойлова родилась 4 мая 1934 года в Ленинграде. Советская актриса, народная артистка Российской Федерации. Отец Евгений Валерианович Самойлов – известный советский и российский актер театра и кино. Народный артист СССР. Знаком зрителям по фильмам «Светлый путь», «В 6 часов вечера после войны» и других. Мать Зинаида Ильинична Левина – инженер, родом из семьи польских евреев. Младший брат Алексей Самойлов – актер, 30 лет играл в Малом театре. С 1937 года семья Самойловых проживала в Москве. В школьные годы Татьяна занималась балетом, окончила балетную студию при МХАТе имени Станиславского и Немировича Данченко. Мама Татьяны очень хотела, чтобы она была балериной, и договорилась о ее просмотре, но девочку забраковали. Впрочем, она была тому рада, так как мечтала об актерстве. А я не особенно переживала, словно чувствовала, что меня ждет еще лучшая судьба – стать актрисой и сыграть Веронику в фильме «Летят журавли», – говорила актриса. Примером для нее служило театральное и киношное творчество знаменитого отца. Воспитанная на его фильмах и спектаклях, Татьяна неизменно хотела стать актрисой. В 1953 году Татьяна Самойлова поступила в театральное училище имени Щукина. Проучилась до 1956 года, после чего была отчислена из училища за нарушение дисциплины. По сути, за пропуски занятий ввиду занятости в съемках. В кино дебютировала в 1955 году в картине «Мексиканец», а уже следующая роль стала для нее звездной. В 1956 году режиссер Михаил Колотозов начал работу над фильмом «Летят журавли» по пьесе драматурга Виктора Сергеевича Розова «Вечно живые». На главную роль Вероники претендовала звезда тогдашнего советского кино Елена Добронравова. Однако второй режиссер приметил талантливую студентку Татьяну Самойлову. На пробах они блестяще сработали с Алексеем Баталовым. Сам бы пошел. Ну и что, возьму и пойду. Никуда ты не пойдешь. Отлично знаешь, что дадут броню, вот и хорохоришься. Почему ты решил, что мне дадут броню? Знаю. Потому что всех умных забронируют. По-твоему, одни дураки воевать будут. А я больше с тобой не желаю разговаривать. Интересно, что картина могла лечь на полку. Никита Хрущев, посмотрев фильм, обозвал героиню Самойловой шлюхой. Но после того, как фильм попал в Канны, а актриса за роль Вероники получила «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля, такая награда из российских актрис есть только у Самойловой, ленту стали крутить во всех кинотеатрах страны. Фильм принес актрисе всесоюзную и мировую известность, стал ее лучшей киноработой. Самойлову знали в лицо во всем мире. Ее лицо мелькало на обложках мировых журналов в одном ряду с самыми популярными знаменитостями. С ней мечтал сняться Жерар Филипп. Самойлову были готовы снимать крупнейшие кинокомпании. На нее сыпались лестные предложения, но официальные советские органы отклоняли любые западные контракты под предлогом занятости актрисы. В тот период у актрисы возникли тяжелые проблемы со здоровьем. Во время съемок фильма «Летят журавли» ей поставили диагноз туберкулез. Ее здоровье было подорвано еще с войны. В военные годы она много и часто болела. При этом лекарств не было. Позже, в 1959 году, она окончила Государственный институт театрального искусства имени Луначарского. Ее дипломными спектаклями были «Маша. Живой труп» Толстого, «Сверчок на печи» Диккенса. В
1958-59 годах актриса театра имени Маяковского. Сотрудничала с другими театрами. Театр современной пьесы. Московский литературно-драматический театр. В 1959 году Татьяна опять снялась у Михаила Колотозова в романтической драме «Неотправленное письмо», где сыграла главную роль Татьяну. Андрей, тебе не кажется, что могут мечты сбыться? Ты о чем? Ведь мы еще в институте мечтали об алмазах, пиропах и ильменитах. Я за этими алмазами десятый раз хожу. Нету и мираж. Следующей звездной ролью стала Анна Каренина в картине 1967 года «Анна Каренина». Ее партнером был экс-супруг Василий Лановой. Позже актриса снималась мало, играла второплановые роли. В 1990 году была почетным гостем 43-го Каннского кинофестиваля, где ей присудили специальную премию за творческий вклад в искусство кино. В 1999 году снялась в кинофильме Александра Атанесяна «24». Сыграла несколько ролей в 2000-е, в частности, появлялась в эпизоде сериала «Московская сага». В 2002 году стала лауреатом премии Национальной академии кинематографических наук «Золотой орел». В 2007 году ей был присужден специальный приз Московского кинофестиваля за выдающийся вклад в мировой кинематограф. Имя Татьяны Самойловой внесено в список лучших актрис 20 века. Отпечаток ее ладони навечно запечатлен на звездной набережной Круазет в Каннах. В Париже ее именем назвали аллею роз. Первый муж Василий Лановой – известный советский и российский актер. Познакомились еще во время учебы в театральном училище имени Щукина. Поженились в Одессе во время съемок картины «Мексиканец», в которой она снималась. Но в 1958 году этот звездный брак закончился. Они прожили вместе 6 лет. Второй муж – Валерий Дмитриевич Осипов, писатель. Но их совместная жизнь долго не продлилась. Третий брак Татьяны Самойловой был гражданским и продлился 4 года. Татьяна заметила начинающего режиссера-документалиста Соломона Шульмана в автобусе. Эта встреча моментально переросла в бурный роман. Причем инициатором отношений стала сама Татьяна. Однако и этот серьезный мужчина в очках так и не принес ей долгожданного счастья. Последний муж Самойловой – Эдуард Самуилович Машкович, администратор и режиссер театра-студии киноактера. Он был младше Татьяны на 9 лет. Состояли в браке с 1968 по 1973 год. В 1969 году у пары родился сын Дмитрий. В последние годы жизни страдала рассеянным склерозом. У нее время от времени случались приступы помутнения сознания. Актриса неоднократно пропадала из поля зрения окружающих, и ее искали с милицией. С 2009 года была под патронажем организации «Общество милосердия Центрального округа». За ней постоянно наблюдала патронажная сестра. 16 июня 2009 года 75-летняя Самойлова ушла из дома и через день нашлась в больнице номер 83 в отделении пульмонологии. В начале августа 2011 года актриса опять потерялась в Москве. Сотрудники организации «Служба милосердия» начали бить тревогу после того, как Самойлова на протяжении недели не выходила на связь, и дома ее также не было. Ближе к вечеру 18 августа актрису нашли в одной из московских больниц. В день своего 80-летнего юбилея, 4 мая 2014 года, актриса была госпитализирована в отделение реанимации Боткинской больницы в тяжелом состоянии с ишемической болезнью сердца и гипертонией. Скончалась в день своего рождения в 23 часа 30 минут.
Прощание с Татьяной Самойловой прошло 7 мая 2014 года в Московском доме кино. Похоронили актрису в этот же день на Новодевичьем кладбище Москвы, участок номер 5. Если вам понравилось данное видео, то ставьте лайк, пишите комментарии и обязательно подписывайтесь на наш канал.